Работы не всем хватает. И что цены растут? Растут с каждым днем, вы же, наверное, тоже видите. То есть в магазин заходишь, вчера придя в магазин, одна цена, а сегодня другая. И кто в этом виноват, как вы считаете? Ну, я считаю, то, что наши отцы городские, те же депутаты, которых мы выбирали. Почему президент не думает о бездомных? О бездомных? Да. И их по России, по моим подсчетам, 10 миллионов. Мелочи. Вымрут сами по себе, как ненужный слой общества. Волнует тему по поводу грузового подъема, который никак сделать не могут. Потому что я живу за Волгой, работаю в центре. Я считаю, основная вина все-таки на застройщике. Вот. Другое дело, что кто-то ему дал разрешение на строительство. Всякие проблемы. Жилищные проблемы, коммунальные, естественно. Какие же еще? И кто в этом виноват, как вы считаете? Я не знаю, кто в этом виноват. Понятия не имею. Конечно, меня вот и Украина волнует, конечно, и Сирия волнует. Ну, смотрите, быстрее бы все это закончилось, мир наступил. Ну, Сирия сейчас в основном. Переживаю, конечно. Цены, думаю, что повышение зарплаты хотим, чтобы было бы стабильность, хотя бы какая-то стабильность у людей. Нет добавки уже 2 года пенсионерам. Ну что, Медведев пообещал, значит, подарок на Новый год по 5000. А дальше что? Ничем не интересуетесь. Увы, при наличии ипотеки это все очень тяжело. Вот, про ипотеку. Как с ипотекой? Работаем. Проблем нет с ней? Работаем на двух работах.